На конкурс дети читают стихи. Кирилл Хмаладзе, 4 года. Что такое День Победы? Стихотворение Андрея Сачева. Что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад, едут танки, ракет, расширяют трассы. Что такое День Победы? Это праздничный салют, фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песня за стол, это речи и беседы, это девушки на альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.